Фишкой этой марки является сухое масло в спрее. Вы его можете понаблюдать в аромате Живрин. Оно идет в спрее, то есть оно абсолютно не жирное. Вы наносите, и буквально через 5 минут уже можно одеваться. Масло сухое, оно дает дополнительное увлажнение кожи. И для лета великолепно, кто не хочет использовать спиртовые, например, ароматы, да, туалетную воду, переходит на масло. Во-первых, масло контактнее с кожей, оно дает более мягкое звучание аромата, плюс великолепный глянец для кожи. То есть вы наносите, кожа начинает просто не блестеть как жирная, а просто как атласный эффект. Очень красиво на ноги, на лето носить, на загар. Если вы где-то не хотите парфюм, достаточно нанести просто от колена вниз или выше, и все, этого будет достаточно, чтобы вокруг вас был шикарный шлейф. В то же время великолепное увлажнение и мягкость звучания. Вот. Так что масла есть у каждой марки. Многие экономят, многие у нас клиенты переходят с воды зимой на масло летом. И все, и даже ничего больше не хотят. Причем не обязательно мазать все тело, можно достаточно какую-то часть выделить. Декольте даже мажут. Нет уже спирта абсолютно. И оно на коже именно раскрывается. Масло контактнее с кожей. Есть еще эспери масло тоже. Там пачули, фрукты очень красивые. Аромат именно в масле. Он остался только в масле. И есть нахиба еще в стиле опиума и в Сен-Лоран. Кто любит восток такой, есть роскошная банная линия, есть масло, и вода.